сбалансированное питание Herbalife – это огромное количество рецептов, которые порой удивляют своим сочетанием вкусов, продуктов и ингредиентов. Полет фантазии ограничивается лишь количеством приемов пищи. Сегодня мы будем готовить пиццу без муки. Протеиновую смесь «Формула-3» и томатный суп от Herbalife Nutrition добавьте яйца и перемешайте все до однородной массы. Тесто готово. Нарежьте отваренное куриное филе. Помидоры и лук. Мелко порубите зелень и смешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте. Мы на финишной прямой. Раскатайте тесто. Вместо муки используйте протеиновую смесь «Формула-3» от Herbalife Nutrition. Равномерно распределить по тесту начинку. Выпекайте в духовке 15 минут при 220 градусах. Готовую пиццу можно сбрызнуть лимоном и украсить зеленью и болгарским перцем. С продуктами от Herbalife Nutrition можно приготовить множество полезных блюд без использования муки. Сбалансированное питание – это одна из самых простых концепций, которая позволит быстро прийти в форму и оставаться здоровым и жизнерадостным в течение долгих лет. Творите, создавайте и удивляйте своих близких и станьте настоящим мастером в искусстве правильного питания. Приятного аппетита!